Всем привет! И сегодня я поиграю в FIFA 14 в Ultimate Team режим команда недели. Так, ну вот, это команда недели. Начинаем испытание. Будем играть на профессионале. Вряд ли выиграю, но нужно попробовать, потому что я давно не играл. Вот, но команда нет, очень плохая, мягко говоря. Вот тут мой состав указан. Пытаюсь собрать испанцев. Ну, в смысле, из испанской лиги, но монет пока не хватает. Скоро появятся монеты. Так, ну все, начинаем. Ой, что-то Луис Адриано уставший. Так, Найвет бежит, бежит. На самом деле этот игрок не очень быстрый, да он. Да, он вообще медленный. Ему лет 30, наверное. Точно не помню. Так, давай на Карвахале даю пас. Навес. Эх, не получилось. Так, давайте отбираем, отбираем. Вот уже Вело у них проходит. А, нет, наш защитник отобрал мяч. Не нравится мне такое. Ну ладно, мяч упустили, аут. Так, сбросили. Ну вот, опять аут. Давно не играл. Так. Мишель. Элизео. Надеюсь, я правильно их фамилии говорю. Ух ты, хорошо, да как повезло нам. Аут мы сбрасываем. Так, нашего супер быстрого защитника даем пас. Эх, офсайд. Ладно, ничего страшного. Надеюсь, таких еще моментов будет 100. 500. Раз. Так. Ну вот, ушел мяч за линию. Даю пас. Ух ты, фигайте, какой пас получился. Ухожу, давай, давай, беги. Блин. Ну все уже, да? Штрафной, хорошо как. Так, сейчас что же мне сделать? Навесать, навешать. Как навес, давайте. Ну, какой-то совсем стрёмный навес получился. Давай, защитник, беги, беги, беги. Ух ты, как хорошо-то. Не зря его покупал. Кажется, для меня 5000 монет это, в принципе, много, потому что у меня там не очень много монет, всего где-то 1000. Так что Демаркос вот тоже один из моих быстрых самых игроков. Это у него даже пас Найвет, по-моему, у него фамилия. Я на него даже пас не буду давать, потому что он слишком медленный. Блин. Промазал. Франчоус. Знаю, правильно, неправильно считаю. Ух ты, Демаркос, давай. Пас, 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 да. Молодец. Эх, не получилось. Отбор мяча. Вот забегает. Адриан. Блин, не получилось. Что ж такое-то? Да что? Что за... Постоянно отбирает. Ну вот, давай, давай, давай. Офсайд? Нет. Луис Адриано. Навес! Пас головой. Давай, бей, бей, бей! Ну что, в мяч да сыграл, блин. Я уже думал, пенальти будет. Видимо, не судьба. Так, Арибас, да, наш защитник бежит. Ух ты, какой удар. Вратарь спас. Повезло. Хотя, в принципе, оттуда небольшой шанс был, то, что он забьет гол. Так, давай выбиваем штрафной. Да что такое-то? На, вот опять наш медленный человек бежит. Сайда нету, все хорошо. Блин, слишком сильно.
Ладно, ничего, переживем. Так. 30 минут уже есть игры. Так, давай, давай. Водиться я не умею. Если сильно будет шуметь клавиатура, то извините, вот такой вот у меня микрофон дерьмовый. В скором времени будет новый. И компьютер новый, надеюсь. Так, давай сбрасываем. Ну, куда? Давай, давай, забегай. Ой, не там удал. Адриан бежит. Давай, 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 давай. Эх, ладно, надо было самому там уже бежать. Ну что такое-то? Я хотел пробить. Да, долпа случайно. Ну, вот такая вот FIFA. Так, вратарь пинает мяч. Давай, давай, лысый. Блин, ну штрафной еще. Отлично. Скоро, надо скоро его заменять, этого лысый дрян. На самом деле, он у меня лучше бомбардир. Но я его все равно уберу, потому что я собираю испанцев. Карвахаль, давай, давай, давай. Кстати, Карвахаль в 13-й в FIFA был такой крутой. В 14-й, надеюсь, тоже. Так что, потому что я такой второй матч играю. Еще не понял. Эх, блин. Адриан, Адриан, давай. Давай, бей. Гол! Прямо в него ударил. Отлично. Как он забвел-то хорошо. Супер. Так, пока что все вроде бы получается. Надеюсь. Надо продержаться теперь, но все в защите быть. Беги, 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 давай, на вот. Ну что за навес? Чё, поворотом что любил? Нормально, давай. Мы сможем продержаться. Так, отбираем, отбираем, давайте. Стоим на месте. Ну что они-то все падают? Так, ништяк, Адриан. Давай, голевой момент получил уже в этом матче. Найвы, давай. Эх, ну ладно, угловой зато будет. Да Маркос вообще устал. Да что такое-то? Бей! Ах, зря я ударил, сейчас забьют, да, наверное. Нет, вряд ли. Карвахаль. Ох, какой молодец, хороший игрок, мне нравится. Раньше в Байер играл. Теперь в Реал купили. Ох, травма. Блин, не повезло-то, а. Наш главный форвард травму получил. Ну ладно, сейчас Демаркос еще, если травму получит, то вообще будет. Ну все. Первый тайм закончен. Так, ну я преимущество. Так. Лысый Дриан, да, значит. Луна. Люма, не знаю. Кстати, на... Ладно, пусть он будет. Демаркос. Ну, у меня дерьмовый состав, так что не на кого менять. Ладно, пусть Луонга будет. А то травму еще получит, будет вообще ужасно. Луна, ну, у меня в самом начале был, как я только, ну, зашел в игру, он сразу у меня был. На самом деле, не очень хороший форвард. В принципе, что с такими статистиками, то скорость вообще под 60. Сейчас у меня вообще нападение очень плохое. Нету вообще скоростных игроков сейчас нападения.
меня вот только Адриан еще быстрее остался. И защитники крайние. Блин. Сергио Гарсия. Не умею читать такие фамилии. Фига не здоровый. Ну что такое-то? Как он так забил? Не понимаю. Ну ладно. Давай, побежал вперед. Побежал, побежал, побежал. Так, навес и... Ах, блин, думал, пройдет. Лам. Он, по-моему, вообще у них опорником играет. Или крайним опорником. Ладно. Офсайд. Кстати, вот в FIFA стало намного больше офсайдов быть, чем в 13-й. Это напрягает. Браво, давай на Эзео. Так, навес, давай, давай, беги, беги, беги. А, ну он слишком медленный у нас. Скажет, что у нас атака медленная. И сам прошу его бежать. Так что надо тут в пасы сейчас играть. В атаке. Так, в пасы я не умею. Только на скорости. То не знаю, как будем атаковать. Надо гол забить. И ох, какой пас. Ну давай, 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 Карвахаль. Ну же. Ох, сейф. Так, все, побежал. Мишель. Вот он вроде бы еще тоже быстрый. Ух ты, нифига. Давай, беги, 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 ты же супер быстрый. Вот, Луонга, давай. Да что такое-то? Медленный. Вместо Де Маркоса вышел. И тупит. Ну, что за пас? Не туда и он вообще был. Так. Ну вот, накатил. Вот это скорость. Бешеный игрок. Мишель. Этот пас. Аут. Так, пас. Так, все отлично, отлично. Давай, беги. Да что такое? Так, вот сейчас, походу, замена у кого-то будет. Ну, в смысле, у них, у кого. Защита так легко проходит. Тогда ты к Сандау из Кубани. Какой-то немного странно. Какой крутой, давай, беги, беги, беги. Давай, ты сможешь, ты же супер быстрый. Так, нормально. Нормально, прошел всю защиту защитник. Ну и удары у него. Ладно, все понятно, будет теперь только для навесов. Вот почему его всего так задорого, задешево продали. Так, давай, опять побежал. Лам у него даже не успела добрать. Давай, беги. Так, все нормально, убрал его. Ну, прямо на защитника побежал, или кто там был. Лам. Вот, да, он, походу, опорника играет. На самом деле, он вроде правый защитник. Если я не ошибаюсь. Адриан, давай, давай, давай. Беги, беги, ты сможешь обогнать это... Давай, бей, бей, бей. Да ну что такое? Никто не бьет. На самом деле, у меня сейчас солнце отсвечивает, очень, очень плохо видно. Пас наперед. Ну, вообще офигенская скорость. Давай, давай. Ну уж. Да ну как? Угловой, сейчас посмотрим, как он не забил тут. Ну, конечно. Отбил. Так, моя любимая тактика. Надеюсь, сейчас она сработает. А нет, с таким медленным игроком не сработает. Тем более, он бьет, наверное, очень плохо. Тем более, даже не добежал. Так, пас. Забегает, да, вроде бы? Да, ён. Ну да, в принципе, тут офсайд был. Явно, вот. Да, большой офсайд. Так, кроем. Ух.
Да ну что за... У меня же вроде мяри был, ну ладно. Так. Вот, отобрал мяч, хорошо, давай, забегай, забегай. Найвуд, давай. Вот даже центральный защитник быстрее его, ну как так? Не понимаю. Так, Карвахаль. Давай, Адриан. Защита опять. Сейчас будем разгонять. Ой, не получился пас. Сейчас еще контратака будет. Интересно, за ничьи тут будет какой-то пенальти, скорее всего, да. Элизеу, давай, давай. Ах. Не прошел пас, я думал, вообще он на дальнего будет пас. Нет, 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 нет. Эх ты, нет. Ну, что за защита? Ну, как так, вообще не понимаю. Сначала вроде бы он упал, там потом пробил. Сейчас посмотрим повтор. Ну вот, вратарь что-то там упал как-то странно. Вроде бы скилл 81 у вратаря. Играет там с трем. Так, не получилось сейчас атаковать. Так, Мишель, Мишель, давай, Мишелишка. Ну что? Так, три минуты добавили. Арибас, ну подкат такой. Да ну что он всех обвел-то? Опять, ну что за... Нет, пока не забивай. Что тебе, да. Получилось отобрать мяч. Ну, пять. Что такое? Давай, вратарь, красава. Так, сейчас даем. Вот вообще. Ну да, конечно. Забили гол, да. Ну ладно. Проиграли. Ладно, хоть монету, по идее, должно же задать. Ну да, 472. В общем, на этом все. Если вы хотите еще фифы, то поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.